Ясна твоя точка зрения. Но здесь зашел в игру сейчас пока что последний пятый игрок команды. Экспресс. Извиняюсь, но горло болит, простуди, Филис. Все люди, я думаю, они тебя понимают. Хватит. Покашляй на Годханта. Испорти ему лан финала, зарази его. Блин, на Техлапсе болел сильно. На Техлапсе ты сильно болел? Да. Но вы же выиграли. Выиграли. Ну, сколько денег выиграл? Там, по-моему, вышло 24 с чем-то тысячи рублей. А то сейчас рублей там... за чемпионат. Ну, неплохо. За ну, то, нормально, что посидели на попе ровно, недельку почти поиграли. Какую недельку? А, Техлапс, да, неделю. Да, сам вместе чемпионат. С отборочным. Это же была неделька. Ну что, я, наверное, нажму. Готов. Он на комнату нажать не может. Что за бред? Ребут. Ребут? Окей, игра повисла совсем. Лол. У меня тоже такое было. Я вот заходил. Ну как было? На самом деле не было. Полуфинал комментировал. Там просто какой-то тип ворвался вместо меня, пока меня крышнуло. Вот. И типы сидят, играют. Им там наплевать вообще. Ну а по правилам они должны вообще выходить и дожидаться. По сути дела. Еще перед финалами всем было сказано. И все сидят дальше играют. Ну да, ребятам надо напоминать. Потом ты им объясняешь, что они не правы. Они начинают тебе качать права. Они начинают тебе рассказывать, что ты здесь не прав, а мы короли. Надо напоминать просто ребятам, что все-таки они играют... на проекте StarLadder, не внося никаких от себя денег и так далее, с крупными призовыми. Ребят, вы играете за счет организаторов. Организаторам нужно показать свою рекламу, нужно показать трансляцию. Не дожидаясь комментатора или продолжая играть без него, вы просто, в принципе... Губите все на корню. Губите на корню, да. Давайте оставаться адекватным комьюнити. Игра вроде бы развивается. Зачем любить, зачем страдать, берем труба и идем шатать. Вот. Это, наверное... Это гимн атаки сейчас. Ну да. Молодой человек, правда, с фамилией Киселев. Это может быть он менеджер команды. Команды Вов и там, типа. Такая коронная шутка. Так, еще будет скайп-шоу с Кэмом. Комьюнити-менеджером, имеется. Конечно, наверное. Вообще, скайп-шоу во вторник. Оно планировалось во вторник, если будет профилактика. Ну да, профилактика будет, она всегда во вторник есть. А, то есть, ну да, Нега вам говорил то, что будет. Будете с негативом здесь вдвоем сидеть и тусоваться против... Да, значит, ждите нас во вторник. Вот, можно будет еще, может быть, во вторник еще сделаем так, что Тафу позовем и меня посадим. И да, вообще. И будем потом еще 2-2 шоу-матч играть. Не вопрос. Говорят, ты сейчас сыграл шоу-матч с Тафой. Да, мы проиграли 30 гривен мини-моби Родогаску. Мы с Тафой. Но всего на 5 фрагов, так что не сказать, что нас сильно унизили. Но зато ладно, у меня лагало. Ест обед. Да, меню уже съел мороженку. Так, у нас тут точки. Зачем любить? Зачем страдать? Пойду поем и лягу спать. Какой ты остроумный! У него, наверное, сосед Петросян. Так. Минимоби не бегает с ЛЦУ, ребят. Минимоби бегает с прицелом из контры. Крестик и точка посередине. А, чтоб еще разброс было видно, кстати. Вот. С лазером редко кто играет. Вообще смысл от лазера. Негатив лазер постоянно отключает и играет. Я бегаю с лазером, не знаю, просто изначально, потому что бегал с лазером всю игру, перестраиваться вот сейчас. Ну ты мясной еще. Ну я мясной, да, так. Что-то. Тем более, все-таки основной упор оружия у меня на АПП. А к экспрессам, как я вот отношусь, вопросы к экспрессам отношусь очень позитивно, положительно. Это ребята, которые постоянно с нами тренируются. Даже когда Экскьюз с вами постоянно тренируется. Экспресс тоже даже тренируется. Да? Тоже тренируется? Да. Я тебе говорил, что Экскьюз вот тренируется. Экскьюз тоже с нами тренируется. Экспресс сейчас не очень, а раньше тоже много тренировались. И ребята не уходят, если проигрывают, как это делают некоторые команды. Привет, Кэлки. Ну теперь он уже, походу, не в команде, но... Негатив вообще все раскрыл про КЛ-ку сегодня на трансляции, также вообще все про вот эти вот деньги, про... Да-да-да, все это... мое мнение, что это тоже было глупо. Ну да, да. Очень. Есть такое. Мат ТП. Ну где он? Давно логин в процессе. Чем я посоветую бегать с Black AWP или читаком, чем фазумить легче? Вот знаешь, сколько ходит обсуждений, что с каждой снайперкой фаззумы разные. Вот я играл с Элькой, потом играл с М200. Я не вижу разницы в фаззумах вообще, вообще никакой. Никакой.
Она стреляет в центр... Ты у врача был? А то у тебя глаз с глазами вообще-то не так. Она стреляет в центр экрана. То есть, как бы, я не знаю, мне кажется, все, что видит разницу, это какие-то суеверия. То же самое, как после каждой профилактики народ заходит и говорит, что аук по-другому стрелять стал. Ребят, в профилактиках, которых не вводят никаких обновлений, просто во вторник, там обычно ставится патчи на экзешник, они ничего не меняют. Ну да. Хант бодишоттер. Хант четвертый скорострел и купон на 10% урона. Попробуй, попади в голову, называется. Смотри, я был неправ, вот неловко мне как-то. Видишь, опустил ты пацана. Да я не пускал. Видишь, просто... а слэм рулит. Роллин, 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 роллин. Хо-хо! Просто рулю, сижу тут с рулем, прямо заруливаю уже весь. Индонезия 25-27 число, по-моему. Сначала вопрос зачитывай, чтобы понимали. А вот это вопрос. Хант, когда в Индонезию или ничего не известно? Известно, в Индонезию мы летим... 24 число, по-моему, потому что 25 уже соревнование. Вернулся пятый парень. Отлично. И вот, вот здесь, с этой стороны, вот там вот можете посмотреть, вот, вот там. Там, наверное, видно, и я нажал уже кнопочку «Готов». Надо написать «Go», и поехали смотреть, в принципе, этот матч. Напомню, что это вторая карта. Ну, и счет пока что 0-0. Одна карта осталась за ВОВ. Первая это было ВВГ. Сейчас у нас метро. И, возможно, еще будет третья карта. Я не знаю. Но все зависит от того, как здесь сыграют ребята. Давайте третью карту. Это все-таки финал. Это финал. Ну, я думаю, что третьей не будет. Я думаю, что на этой сейчас просто Азербайджан потащит. Потому что мне кажется, что Экспресс не готов. Не готово метро. Они очень-очень отвирались от него. Не хотели его играть. Они не хотели играть метро. Странно. У них ВП. У них АВП здесь есть, но вот они начинают в защите. Давай смотреть первый раунд, и здесь уже пошло нападение. Вообще рассказывай, что по метро, потому что я в нем очень плохо понимаю. Я очень мало миксов отыграл на нем. Сейчас у них слабый спуск. Они отпускают спуск, а ребята как раз уходят. Сейчас будет интересная ситуация. Примут их или нет. Да, они отпускают. Сейчас будет держаться альфа с Мороза и винты. Вот минус от АВП. Оно реализуется. Мэдук сейчас должен отстрелить здесь Родрика. Ну преимущество. Нет, обе размены. Это размен. 4 в 4. Слушай, посмотри. Попался. Мэдук, Роберик, Опи. Вот это поворот. Они, а почему они остались стоять? Я не понимаю, зачем они пошли сжать, когда альфа еще была не поставлена. Столько поджимов. Ну, Экспресс, видимо, видишь, они, видимо, просто разозлились после первой карты и хотят сразу за... Ну, злость это не лучшее. Ну, да-да-да, тут надо... Кажется, надо быть хладнокровным. Хладнокровие составлять. Полинг, Фрид, ой, без каски сразу Фрид остается после полинга. В итоге 1-0 в пользу. Вообще, расскажи немного о балансе на этой карте, то есть, вот, что нам примерно... Здесь тотальное преимущество дефенса. Очень тотальное. Потому что все точки контролятся очень хорошо. Выход спуск это через узкую. Погромче говорим. Вот здесь второе ВП взяли за дефенс. Смотри. Фрид уже его Фрид реализует. Не-не-не-не-не-не. Стоп, два читака, да, два читака, лол. Два читака. Но если здесь сейчас смогут пройти по датам, да, то да, читаками это... не выбьют. И будет... Я думаю, здесь по позиции можно посмотреть, как читаки держат. Возможно, здесь читак на нуле. Опять... Давай посмотрим. Да, здесь читак на нуле. Стейр, Б, и в итоге тупо по линии закрыл. Отлично, ты видишь, читаки, читаки работают, вот что я могу сказать на этой карте. New level просто в читак. И сейчас Опи зажат, все. Ну, с Опи 1-1. Ну, ровно пока. Ну, не ровно, один раунд здесь, наверное, за два, скорее всего. Ну, может быть, ну, уровень все равно вышли. Вообще, у тебя какой есть прогноз на половину? Ты вот думаешь, 6-3 способны экспрессы сыграть? Способны-то, ребята. Талантливые. Ну и против... Отлично, опять работает АВП. Минус в начале раунда, как и должен быть. Должен отрезаться человек. Но вот здесь его забирают, потому что его оставили одного. Сейчас будет проход на бету. Ну вот Мэндук здесь сейчас начекал, в принципе. Смотри, уже экзентик ворвался. В принципе, они ставятся бета, не ставятся бета, трое. Трое наверху, они проходят на ноль. Интересно, дефенс это прочекал или нет? Я думаю, что прочекал, ты посмотри. Там... Нет, не прочекал, о, минус в нуле. Роберик вообще в крысу сел. Альфа отпущен, Альфа, заметь, полностью друзья, отпущен. Такой проход сейчас, это конечно... Нет, все-таки, скорее всего, метро не наработано. Ну, заметно, что сдают позиции, Мэдук остается последним. Ребята занимают просто позиции. На бете, и Мэдука просто уничтожают. Ну, по-моему, они просто не координируются, как должны. Вот. Скорее всего, ребята просто плохо знают позиции. Скорее, метро не наиграно, и поэтому играть его за дефенс трудно.
Так. Ты, кстати, снимаешься в сериале «Геймеры»? Там снимался мой затылок и лицо чуть-чуть. А зачем? Ну, позвали на съемки, денежку получил. Почему нет? Круто. Пообщался с актерами. О чем вообще сериал-то? Продолжение фильма «На игре» и «На игре 2». Ясно. Здесь смотри. Оп, опс, опять его работает. Ну, это с бета. Это с бета Мэддок Миннесоте. Там, походу, прием был... Каждый раунд начинается с размена в КТ, и потом он начинается отдачи. Смотри, какие-то. Сейчас Апатин может не сдержать здесь атаку. Нет, сдержал, добил он акцентик и все. Ребят, 3-1. Вот сейчас главное не загоняться, опасен красный. Ну тут посмотри, что делает. Сейчас будет дроп на первую палатку и проб отстрел. Ой, Зачем вот идется соло в одну палатку? Почему не пойти втроем, не встать на альфу, смотреть камеры, все контролится, потом зайти и отобрать бету, если нам поставится? Ну потому что волнуются, ребята не могут сосредоточиться. Опять же, я наблюдал вот за командой Экспресс в ответственных моментах очень много косяков. Сейчас остался АВП. И остался АУК, трёххиповый. Ну, АУК, три хп. Вот именно, какой-то... то, что сейчас убивается АУК, и АВАПу ситуацию 1-1 разыгрывать очень тяжело. Ну, опасен. Ой, опасен, ему надо было, конечно, чекать сейчас. А сейчас его еще и спалили. О, красный всё. Минус. Ой, лол. И блин, вот, пожалуйста. Ну, сейчас, может быть, Роберик не возьмет. Давай посмотрим. 72 вообще. Против 3. Смотри, куда 40 секунд тайма. Ну да, он успевает просто еще на альфе поставить. Единственное преимущество... Хотя какое преимущество? Нет, у опасного есть здесь преимущество. Смотри, просто не знает, никакого где... Никакого преимущества. Не знает Роберик, где он был. А он камеру уже спалил, он даже... уверен, что он заходит. Он вышел на ноль. Ну, нет. 95%, что раунд заберется атакой опять. Ну, давай посмотрим. Зависит от инициативы опасного, проявит он ее нет. И у него сейчас не надо вот сжаться, 3 хп. Все. Ну, да. Как я и говорил, предсказуемо. Он... Да. Очень. Ну вот смотри, уже 3-1, а защита пока что не стоит. Не стоит на месте. А 3 раунда это лузовый минимум. 6-3, если сыграть, это ровно, да? И это того... ровно, да. Здесь атака 1 раунд за 2. Итого мы видим ситуацию такую, что здесь дисбаланс Саварих из Азербайджана создает жесткий, играя в атаке. Но здесь, если и атака опять же не поставлена, то будет играть тяжелее экспрессом. Если в защите... Атака, да. Если не поставлена, тут вообще невозможно играть. Вот это хедшот, вот это фазум, да. Это фазумчик, чувак. Стейр минус. Матео тем временем. Ну, а так продолжается. Опять у них беготня. Беготня. Вот так, смотри подъем. Расположение позиции. Человек стоит мороз, человек стоит в кармане. Вот он оставляет чувака в кармане одного. Если чувак со спуска будет... Вот он все-таки вышел, чтобы, если что, хлопануть ему. Ой, Полинг там нагревает сейчас просто бету. Ну, вот они вдвоем его забирают, наконец-то. Вдвоем забрали, это слава богу. Но опять же, тут все с разменом и... Фрид вот начинает стреляться опять с семеркой, у него 32 хп. Зачем? Ох! 3 хп. Зачем это, если сверху АВП контролит все? Давай посмотрим на Родерика. Он знает, что опасен будет сделать. И пошел. Вот этот шот, но размен. Вот размен, да. Ну это такая ситуация. Но экстентик, пожалуйста, 1-3. И ситуация... Если он одного убивает, это уже 1-2 как бы. Ну вот он тут невнимательно. Да, Фрид опять идет стреляться на одного, и его наказывают. Будет сейчас делать за та-та-та. Нет, неужели ничего не предыдущий делает? Раунд ничего не... Лол, это походу альфа, смотри, он сейчас может выйти. Хотя та-та там кроет, но... Шансы... В кармане он видит на... спуск, да. Шанс на самом... А уже не видит. Ой-ой-ой-ой-ой, косячно. Та-та, конечно, здесь открылся. Интересно, он в каске? Не, все, каску снесли. Это проход, выход на та-та. Надо проходить. Вот, 30 хп, один хит. Лол, нет, попади, ну, попал, 3-2. Не, ну смотри, в какой борьбе, да? Если бы не перекрестный огонь там под поездом куда-то. Не-не-не, сейчас подъезжает. Ребята из Азербайджана играют сильнее, намного сильнее. То есть они за атаку набрали уже раундов, а КТ вытаскивают на соплях. Ну да. Я тебе про хотя сейчас должны сказать. Доминировать. Вот 5 спуск, сейчас будет фаст-атака. Я понимаю, просто что врыв. Это фаст-атака. Не, они встанут и будет мороженое. Ну их отрезали. Ешками. Ну там одна, один там ворвался, стиле, его забирают. Там, ну это инфа. Размен и опять вот этот жим. И... Жим, и опять минус он отдается. Первый раунд он атак отдал и идет повторять. Почему нужен... просто не хлопануть пацанам? Здесь нужен читак от Стейра и фри 2 читака. Два читака. Лол, это конечно сейчас вообще. Минус АУК, плент альфа, все, раунд не берется. Да. Да тут даже можно без минус АУКа это все сделать. А вот читак делает минус. И уже 3-2, можно понюхать носки.
Самое время понюхать носки и понять, что ты позади. Оп, 2-2. Волинг, минус, и вот та 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 минус читак, лол, друзья, остался и последний принт. И читак 1-2. Это очень трудно. Это да, тут что-то Азербайджан начал творить. Но если они сейчас заберут просто про-серию, я буду в шоке. Я не прощу экспрессам вот никогда, что они проиграли в про-серии. Кстати, они теперь уже будут в стар-серии играть в любом случае. Да, они выбили себе. Да, обе команды, между прочим. Вот яркий показатель того, где все просят. Дайте возможность новичкам пробиться. Ну, да, вот, да, пожалуйста, да. Это возможность. Но все равно до этой возможности не все сразу дойдут. Знаешь почему? Потому что большинство игроков, 15-летние, скажем так, ну я не знаю, то ли нелюбознательные, то ли дебилы, есть такие, да, откровенно говоря, которые настолько сильный бред несут, у них такая каша в голове, что ты им даже объясняя, они не поймут. Ну, как знаешь, надо попасть там, а зачем такой комьюнити, который ни хрена не понимает? Ну, это... Нет их и нет их. А зачем в России миллионная армия? Вот и все. Размен. Асфальт ломом подметать. Ну да, в принципе, можно. Интересно. Асфальт ломом. 4-1 остался. Эксентик, ну взяв 4 раунда, что-то совсем тут азеры почувствовали все, по-моему. Не как в сказке. Но 5-4 это будет плохой счет. Это плохой счет. Хотя, может, они здесь реально... Неизвестно, какой дефенс здесь у... Да. У Азербайджана. Да, 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 да. Может быть, все что угодно. 4-3. 4-3. Ну 5-4 это надо кровь из носу забирать. Да. Это надо, но Лов могут взять 5-й раунд и вообще... И будут в таком, да, шоколаде. У них будет шоколад шоколадный. Так, Тродрик сразу выходит на просмотр. К тому же, авап за атаку, если ребята из-за дефенса будут играть закрыто, это будет балласт. Небольшой. Ну да, минус от Фрида, Родрика убрали в каналке, и сейчас будет минус шоти, нет, дым упал. Я думал, хае, в итоге, смотри, Мотел как проходит. Ну почему? Ой, какая техника, это почти минус 2. Заход, пошел давить. 58 на 70 хп, надо реладить и ждать. Кстати, загнали вальс. Забирают, забирают. Забирают. Такс отбивается здесь у нас. 2-2. Ну, остался читак. Ой-ой-ой, давай шейн. Нет, 1-1. Все, читак против Полинга. И Полинг просто сейчас не знает, где находится. Не знает, что Стейр там, но... Да слышал, он слышал наверняка выстрелы из-под вагона. Ну это, вагона. Вот слушай, а Стейр опоздал, не успел он поджать ноль, а он вообще на бете ловит. Да, ну что поделать. Ну Полинг здесь, смотри, что Полинг делает. Пасин вылетает. Он не вылетает на самом деле, я вот что заметил, часто команда Экспресс любит выйти и сказать, что... Это не краш. Зайдет. А, то есть это статафаб? Да. О май гад, Эбал! Unbelievable, Steel Series, Иваныч забирает раунд, просто называется. Подарок делаешь. Знаешь это? Папа пришел. Не успел зайти опасен. Не успел зайти опасен, мы перезаходим. И, ну, 4-4, это жесть, подарок, конечно. Подарок был команде, да. Экспресс. Жесткий. 4-4. На самом деле, да, ребята из Экспресс сейчас играют слишком агрессивно. То есть сейчас Атата сделал размен, забрал, видит инфу по второму спуску. Зачем? Зачем стреляться? Уйди на камеру. За шкафом, братан. Уйди на камеру, посмотри, где игрок. Отыграйте ситуацию 100% вдвоем. Ну, это, конечно... Ну, не знаю. Слушай, тут тоже все сомнительно как-то очень... Ну, понимаешь, ты знаешь, что ты с АВП. No. Твой тиммейт с АВП. Оставляя его ситуацию один в один, допустим, если бы был не поезд, а поставленная бомба, неудобно очень играть с АВПом один на один. Ну, это да. Это по-любому. Ну или ты мега нереальный типок, у тебя мега отличный фаззум. Ну короче, последний раунд первой половины, счет 4-4, друзья. И сейчас только что поезд, такой папа ворвался. Папа ворвался. Поезд забирает топ-1 про серии. Да, это конечно, ну не топ-1 еще пока, еще не топ-1. У них только одна карта еще, и не ясно, что будет дальше. Давайте продолжать смотреть за ситуацией. Снова, по-моему, быстрый выход. Нет, здесь уже... Нет, медленный раунд. Оп, но минус первая палаточка. Это уголовый, хорошая заявочка на 5-й раунд. Да. Если сейчас не начнутся поджимы... Оп, чем... Ну, опасен там хорошо запер, позицию оставил за собой, посмотри. Все, ну вот не есть инфа, двое спуск. Итоге, ой, ребята, забирают, все, 5 в одного. Поняли. Ну, тут, я думаю, все предсказуемо. Проехал первый поезд. Вдруг он цыганов... Ну, все, никто цыгана здесь не включает, все окей. Это 5-4 в пользу команды Экспресс. Не лучший расклад, но играбельно. Вот этим свеп. Ну и мы ждем начала второй половины с нетерпением. Сейчас команда поменяется местами в лобби игры. Опять же, все на вашем экране видно.
кто комментаторы. Это ноунейм, no мясной, это дно. Это дно, которое ничего не может no выиграть hunt. Уже. Дно хант просто, да. Якорь хант и так далее. Ничего не может выиграть. Ну что, посмотрим, есть. Посмотрим на пошатать трубы защита. Пошатают ли они с защиты сейчас трубу атаки или нет, или экспрессы будут давить в нападении. Мне уже интересно. Сейчас посмотрим, посмотрим. Да, посмотрим, какая защита будет без авапов. Ну, я не знаю, давай. Может, ну, вообще смотреть сумасшедшую аркаду. Мне особенно нравится то, что все готовы, кроме пацанов. Кроме пацанов? Да, вот этих вот из Азербайджана. Все готовы, кроме пацанов. Азия, гоу. В смысле, рейди, жми. Сейчас! На самом деле, на русском. Не дождешься. Не дождешься такой. Ладно, ну что? Шлем. Ну что, шлем? Одень шлем. Одень шлем. Можешь одеть шлем, кстати, если хочешь вообще. Я уже тебя мерил, короче. Он тяжелый. Ну да, он тяжелый, это шлем. Просто танк мне. Хедшот. Защита шлема. Вообще не пробивай. Если вы думаете, что он не настоящий пластик, ни хрена, это же железо, и причем такой очень тяжелый. Ну так мы фигню не держим, это же Старладдер. Только Star нож, Ladder, только это... хардкор, ты что? Такой сина голову упадет, без так, головы останется. Ну что, гоу. 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 Нет, я сниму, а без шеи останусь в ночи. Такс. Так, я не понял, что тут за ТП все говорят. Одну минуту просят топи. Это троллинг. Троллинг, да. Техническое положение. Ну, это так троллят, да. Но на самом деле, кстати... Открой контакт. А, тут дроп. Тут мисс. Все, тут мисс просто. Улетел, чувак. Лопасти. А с какой задержкой идет трансляция? Целая одна минута, ах ты же, лопасти. Лопасти на скайп-шоу, он же типа топ, а хант дно. Да, надо позвать лопасти на скайп-шоу. Сходи, поищем в зале. Да? Я шутканул. Надо забрать. Забрать. Не, серьезно там? Ну, видишь, следующий можно найти, чтобы было. Какой здесь? С какой задержкой трансляции? Да нет, это нет, я читал, вы... да. А. Членикс пусть включат. Слушай, трансляция идет. Задержка 1 минута. Поверьте, вы можете просто эту минуту подождать. Это несложно. Тем более вы же смотрите постоянно. Если ты не понял. Это был сарказм. Все-таки я не дно, понял? Это был сарказм. Ну, я думал, ты дно. Я тоже думал, я дно. Дно хант такой. Ренейм. Лол, неужели на альфе сложно было поставить? 120 секунд вроде. Нет, задержка ровно минуту идет. 120 секунд, 2 минуты, это 2 минуты. Одна минута ровно задержка. 60 секунд идет задержка. Парни, объясни, что не минута, точнее, 120 секунд. Две было до этого. Да, я понял. Две было до этого. Теперь подарили шанс общаться по мобиле, сливать инфу. Да. То есть здесь очень-очень слоу раунд. Это если вы вот здесь вот напротив сидите, где обычно негатив работает, то вы можете все сливать. Вот. Но я негатива выгоняю играть в зал всегда, потому все что он тут один раз тут как-то сидел. Бэ! Я тут просто чуть стул не взял, и в него чуть не полетело с его тренировками. Вот. С кем, вон там вопрос, с кем мы тренируемся? Мы тренируемся... По большей части это Старлига, но есть команды из Пролиги. Так. Я тут не понимаю, в чем дело. Так, надо спросить, где пятый? Где пятый? Заходит. Уже. Правила русского языка. Уже. Уже. Ладно, давай читать комменты дальше ВКонтакте. vk.com/kiberarena, нижнее подчеркивание, АПП. Лопасти, убил Ханта один вот раз. Вот здесь комменты, кстати, есть. И давай, так, я в том платок. Что задержка, что они на ноут не смотрели, где противники. О боже мой, Жорик, как же ты до этого додумался? А мы-то такие тупые, не знали, что вот они могут подсматривать. Не, можно посмотреть, где противник был минуту назад? Да, то есть... Если тебе это поможет? Ну, если тебе не западло. Можешь издеваться? Вот мне такой вопрос пришел. Полностью. Не будем читать полностью твою переписку с индивидом. Это лол, комменти видео на стене. Даешь гудканта в комментаторы вместе. Я подумаю о карьере комментатора, когда завершу полностью с киберспортом. Спасибо. Пока что. А пока я буду стрелять. Сигареты за углом.
взял, спалил всю контору просто. Ты такой жесткий просто. Я вообще не могу из тебя. Ты реально, ну это... Вот, вывозит. У нас тут финал, а ты вывозить начинаешь. Тут же там напряженка жесткая. Что-то проблема есть, что здесь мы азербайджанцы. Азербайджанцы. Стоят Нет, как он это написал? Азербайджанчи. Чи! Амейна! Идите топ-1 Баку берите у себя. У себя. Еще впереди стоят. Я, кстати, не знаю, почему у них пинг большой. У них там вообще до Москвы, если серваки в Москве, у них вообще все должно быть офигительно. Да нифига там офигенно. Ну офигенно. В Баку нормальный интернет. У меня много знакомых есть из Баку тоже. Там ну, спроси, сколько у них пинг. Не знаю, сколько пинг. Где пятый? Где пятый? Не, просто у них есть 5 минут, или они играют вчетвером. 5, не 10? Не 10. Давайте сделаем фаерплей финала все-таки. У вас 5 минут, и вы играете фаерплей финала вчетвером. Неинтересно 4 человека. Ну, я понимаю, что неинтересно 4 человека, но тема такая, что ну как, вот они играют в финал за призы. Люди ждут, зрители ждут, а они просто там... Ой, время клуб кончится, Еврочас. Вам интересно смотреть трансляцию? Вы готовы подождать ради фаерплея или долой пятого игрока, стартуем вчетвером? Четвером. Открывай коммент. Все, их пятеро. Слышь? А, все, отлично. Их отлично. Открывай коммент, ты уже заждался. Ну, потом еще пообщаемся. Да, пообщаемся. Вообще, готовьтесь ко вторнику. Во вторник этот парень будет зажигать, да? Ты будешь зажигать? Он придет может, сюда. Может, даже пивка хряпнуть для рывка? На самом деле, мы не курим и не пьем. Мы все против алкоголя. А, извините, тогда... Сигарет. Безалкогольный, Балтика 0. Так, ну что, я уже нажал. Готов вообще? Вот что, как 100 лет назад? Сила нету против пятерых. Гоу. Гом? Гом. Гом. То есть вы только против сигарет, алкоголя? И наркотиков, и... А против гом нет, да? А против гом нет. Как вот. Не пошло. Ну что, 5-4-3-2-1 понеслась. 5-4 в пользу экспрессов. Сейчас они играют за сложную сторону. Посмотрим экшен. Будут ли эти няшки здесь корячиться? На товарищах с Азербайджана. Либо ребята с лагами сейчас победят. И дети гор... Вернут былую славу Азербайджану и Баку. Это... Там сборная Баку чистая? Ну, я не знаю вообще. Я не вдавался в это. У меня просто знакомых с сборной. Так, атака быстрая. Быстрая атака, никаких холдов. Просто так. Бешеный откид и выход на спуск. Так, минус от Роберика первый. Так, минус Матео. Ну, прорыв хороший. Хороший прорыв. Главное сейчас вот не потеряться. Главное сейчас на Альфу не зайти. 4, совершенно по-другому. 4 в 3, один красный. Ну, ты посмотри. Сейчас полинг. Мороз. Просто... Ну, красный. Ну, заберите его, ребят. Просто винта. Ну, чекает винта. Нет. Медук, чекает винта. Все, отлично. Теперь поставить Альфу и дефить. Без всяких соло-поджимов и отдач. Вот. Фрид, поджал, убил, молодец. Ну, убил, мог хотя отдаться. Бы, слава богу, мог отдаться сейчас, бомба да, и все. Ну все, бомба 3 стоит. 3-1, это, опять же, 90%. А если на развод играть, то и 100% ситуация. Ну, давайте не будем включать банк, огонек просто 0-0-7 посмотрим. Пока что огонек 007 у нас выигрывает 100 тысяч очков. И следующий. Поздравляем огонька. Огонек, будь здоров. Пишем все ему в ПМ, красавчик. И в итоге прокид пошел. Вот и ворвался, посмотри, как пошел. Ладно. О, отчаянно пошел. 6-4, 6-4. Почему 6-4? 5-5? Ой. Что 5-5? Так ты за кого болеешь? 6-4, сори. Я болею. А вы не знали, Слэм родом из Баку. Он потихоньку... Раунды, прибизы. Ярославль, это все вранье. Посмотри мне, что на стенке здесь написал Аркадий Тюльпанов. Много что. Ну да, но есть на свете идиоты, что я могу сказать. А тупые идиоты, это вообще... А вдруг он что-то исполнен? А здесь пока а тут что 4-5, опять. И экспресс продолжает открывают, давить. Открывают. Сейчас ну, Матео забирают, строит. Забирают. Не, экспрессы бодрые, смотри, нет, только... Нет, какой бодрый? 2-3. Не, ворвались они бодро, уверенно, но вот что-то потом не сдержались. И 2-3 здесь надо подумать. Главное, чтобы поездом не задавило. О, кофе сорвал. Ну и сладкий кусок пирога, это а-та-та. Вот кому он здесь достанется.
Та-та-та-та-та-та-та-та. Ну что, не дал никому он наморозить минус. Вот меня раздражает то, что переключает меня постоянно во время убийства последнего парня на другого игрока. Вот это вот. А посмотри, где он был. Да, в это да, время. Да. Идеистическая просто система наблюдения за игроками. Я настолько в шоке, что даже. Мы все ждем ПБ-ТВ. Да его не будет, расслабься. Будет. Уже сказали, что не будет. Не будет? Конечно, не ну, будет. Ну, демки будут. Да. По крайней мере, можно повки будет делать. Да, размером 5 гигов нормально. Вот и минус опасен. Ох, минус от Матео, он обревает, как Роберик. Я и говорил, ну, просто серия фрагов, да, дефенс и. Вообще без шансов перестреляли, остался последний крит. Ну, то есть могучий парень, конечно, молодец. Но не 4 или 5 в 1. Но не 4. 6-6. Мы уже ничью, и сейчас мы, наверное, будем наблюдать. Ну, сейчас развернуться события могут по-разному. То есть здесь сейчас могут и те собраться, и те. Или просто будут две команды реально бронь включать, и начнется такой экшен, типа опять до допов, допы. Потом там третья карта. Не, вообще на финале всегда должна быть третья карта, я считаю. Не надо. Вот. Ну, если, конечно, турнир, вот... 2-0 по картам домой. Нет, три карты — это нормально. Это нормально для зрителей и комментаторов, а для игроков — это нервы. Причем не химия. Сейчас поджим уже пошел. Смотри, Матео занимает карман. Он сейчас будет полностью контролить винты. Он все будет контролить. Нет, там нормально, все. Нет, там ничего нормального, там все. 30-р, как бы. Сейчас. Обрати внимание, кстати, на 5 штурмовиков играют экспрессы. Нет, читак от стейра. Есть читак, и он остался жив. Фрик сейчас идет по чекает, так почти что минус Матео, граната и. Какой минус 88? Это Фрик почти мертв. Все, ну, минус домой. Почему? Он мог добить. Он мог добить, просто отошел налево в тот момент, как чувак запрыгнул наверх. И сейчас на ситуация АВАП 1 в 4. Он зажат как у себя там. Ой-ой-ой, по нему попали. По нему попали. Все знают, где он, походу. Нет, в каске. Ой. Ну, походу, плохо. Ой. Ой-ой-ой, ну как же ты шанс свой пропустил, а? Go. Уже с пистолетом, акцентик. Go под поезд, выйдем, пишет Атата. Ну, по-моему, парни сдаются, да? 7-6. Нет, это нормальная стратегия, под поезд выйти, но, знаешь, это во время игры обсуждать стратегию выхода за атаки, я считаю, это немного... Не то, что обсуждать, а... Просто писать. Неужели заработок не было? Да, то есть, ну, как-то просто сказали. Ну, наработки должны были быть, но вот их нет. Ну, судя по всему, их нет. О, АВАП открывает. Забирает опия и 4 в 5. Смотри, внутренняя лестница. Ну, сейчас вот не торопиться нужно медленно. Отлично, Стейр, второй минус. 5 в 3. 5 в 3, главное сейчас... Ну, здесь просто отымели очень плотно. Сейчас, смотри, уходят. Уходят, разворачиваются. Мадук пошел смотреть спину. Там у нас заходит во всей красе. И пока 41 хп, полинг вперед. И вот пошли опять размены. 2-3. Вот теперь, если от читака, вот главное сейчас, чтобы бомбу бету. Если будут ставить бету, то выиграют здесь только. А там два. Ну надо убить экстенсив. Подожди, все. Здесь только всем фрит. Остался 11 хп, и фрит его вообще. А фрит, по-моему, был тоже с читаком, нет? Не-не-не-не-не. Фрит играл без читака. Тут только стейр с читаком, они говорю, поменяли. 7-7. Подожди, ты. 7-7. Да, 7-7. Нет, 7-7. Вот, я тормоз. Вов же взяли два раунда, как бы, и вышли вперед. Ну, сейчас каждый раунд на вес золота. Ну да, теперь 7-7. Что, стейр опять минус? Открывает АВАПу. Как же он хочет вытащить эту игру, как он хочет. Ну, это просто, конечно, понятный финал. Там просто первое место, это здорово, это рейтинг, ложуха. Плюс деньги. Это принцип, скорее. Ну, принцип, да, тоже. Опи минус. Но опи стали дал, вот смотрю. Ой-ой-ой! Бродерик на стрик. Прожали сейчас. Да. И, короче, остался читак, и он просто здесь, ну... Зажат. Он не знает, что сделать. А он делает минус! Да, минус пришел к и нему. И опять делает баланс 3 в 3. Смотри, об это стоит, смотрится. Сейчас еще будет минус. Нет. Минус поезд. Иваныч все же за экспрессов. На стейра. И 2 в 1. Красавца. А баб вообще здесь божит. Стейр божит. Какой провал от Вов просто. На один щитак вдвоем пошли, отдались. Решающий момент. 8-й раунд в копилке команды Экспресс, друзья. Ну, Экспресс, Стейру здесь отдельный респект должен быть от всей команды. Вытащил он этот раунд для них. Да. Сделал открытый минус. Он сделал им... Сравнял и опять делает минус! Ребята, из Азербайджана он будет сниться, он будет им сниться. Стабильность залог успеха. Второй минус от АВАПа, они все же играют в 2М200. Здесь учти сейчас, что если два играют в М200. Сейчас дадут размен, то тема в том, что
два читака там уже будет. Они могут забрать ауги вот трупов. Так, ну хотя да, но это тоже нереально. А, вот, смотри, минус. Ну, 4 в 2. Ну, 4 в 2, уже, не торопи... 4. Это, кстати, 4 в 3. 2 в 3, 2 в 3. Зачем они торопятся, эти соло-выходы? А. Матео уже лестницу не стоит. Ну, Матео сейчас увидит. Спалил, Фрид, красный. Фрид вот делает все. Хедшот с одним хп где-то. Матео, ну, знают, знают, где он нами. Знает, где Мэдук, он знает, где опасен. Прыгай под поезд, прыгай. Езжай к ним. Нет, не прыгай. Не хочет отдавать раунд 5 на поезде. Он не садится в транспорт без кондуктора и без мамы. А то у него денег нету, платить нечем. И, смотри, выходит пальцы. Мы слышим Вилата, кстати. На самом деле, это я. Это ты? Да. Ты как Вилат, разрыватель микрофонов. Так, Матео. Ну вот, а почему опять команды делятся? Почему посмотри, они разделились пополам, идет, но... а? Ну они хотят сыграть. Это же опять ошибка. Ну он соло, соло сейчас выйдет на альфу. Соло выйдет на альфу, а гребет, потому что он не знает, что винта есть. Он огребет! Ну что, 104 Матео и 849, нет, опасен здесь закрепиться. Молодец. Красавчик, 9-7, вот экспресс сейчас. 9-7, ничья у них есть, ничья у них есть. Но мне кажется, здесь нужно додавить. Ну да, надо додавить, но я думаю, будут допы. Не надо допов. Да будут допы, ты что? Тут Вов сейчас... Мы и третью карту посмотрим, зачем нам допы? Ну, в принципе, да, можно и третью карту посмотреть. Так, так. Сейчас по жилочке-то вот трясутся. Смотри, вот видишь, они опять, они не занимают здесь и позволяют раскидывать с лестницы спокойно. Как они агрятся да. На ВП, просто нон-стоп шьют первую палатку. А Фрид дает минус. Фрид ну, открывает. Вот это красава просто, а, экспресс. Не, если они сейчас додавят, это уже все. Фрид дает второй карта. Минус. Все. Ну, мне кажется, это... Да, это треть... карта за экспрессами. Да, будет третья. А у экспрессов здесь еще ничего не готово. Ой, мы 5-2. Этот минус... Все. Вот так переворачивается полностью игра. Просто за раз, вот. Буквально два раунда решили. Всю ситуацию, всю картину целиком. Ну, все-таки ребята из Азербайджана должны были прочитать то, что ребята играют через авапов и взять в закрытую. Отпусти, но... взять с Мороза, взять закрытый. Но они не смогли перестроиться, в этом вся и глупость. Ну, ну и в итоге да. Это 10-7, друзья, в 10-7. Пользу экспресс. И первая карта, за... вторая карта, вернее, за ними. Общий счет по картам 1-1, и он у вас уже на табло. Итак, ну что, мы пока что уходим в небольшую рекламную паузу и вернемся к вам с Гудхантом или негативом, я вернусь, не знаю, как сейчас решим. Или кого-нибудь я еще из Роксов позову, скорее всего. И покомментируем третью карту, что это будет, мы сейчас узнаем, но вы это узнаете только после рекламы. Оставайтесь с нами.